Муж сказал, срочно надо видео сделать. Как выглядят дачи, когда нету хозяев. Например, вот у нас красиво тут. Травы по колено, сорняка, море. Кстати, говорят, вот это полезная трава. Не знаю, правда, как она называется. Короче, что мы имеем после месячного отпуска? Цветы. Кто стоит, кто упал. Но это полбеды. Здесь я вообще не знаю, что у нас происходит. Там пала. Тут и сорняк, тут и мак. Тут еще анютины глазки вылезли. Откуда-то взялись они. Давно их не видела. Роза. Куда она побежала? Она побежала к винограду. Тут вообще темный лес. Тут тоже все заросло. Не видно, где трава. Где границ не видно. Ничего себе, а кто-то снес. Вот это кто-то снес у нас. Они же у нас здесь стояли. Окей, ладно, разберемся. Тут, короче, тоже все заросло. Смотрите. Все заросло. Все заросло. Роза тут, смотрите, как выросла. Разрослась. О, самого верха. Дальше. Ой, ой, ой. Ой, обалдеть. Обалдеть. Я в шоке. Кто-то от нас поселился. Обалдеть, какой паук огромный. Лёша, ты посмотри, какой там огромный паук. Этого друга надо выгонять отсюда. Короче, на земле. Здесь все. Ой, аж запуталась. Так, ну тут ничего не росло. Ай, мамочки родные, помогите мне. Просто мне помогите. Все заросше, все заросше. Мамочки родные. Обалдеть, обалдеть. Ой, все, у меня нет слов. Просто нет слов. Ладно, придется работать. Что делать? Так, 2 часа усердного труда, бесперерывного моего. У мужа был перерыв. И вот результат. Ягодами еще не занималась, потому что... Не занималась? Некогда было. Короче, у нас уже 8 вечера. Вот. Как-то вот так вот теперь все выглядит. По-быстрому, скажем так. По-быстрому мы все сделали. Очеток, флоксик, гортензия. Здесь шикарно цветет еще розочка и мак. Мак вообще красавчик. Вот такая красивая розочка тут обнаружила я ее. Цвет такой розовый, бледно-розовый, очень приятный. Но сейчас отсвечивать не видно. Белая роза. Здесь у меня еще анютины глазочки цветут. Здесь еще что-то зацвело. Так, там роза тоже вижу, она цветает. Вот, тут соседи нам какой-то сорт турецких перчика дал. Не знаю, что это. Ну, перчик. Вот, немножко прибрали здесь. Мне вот нравится вот этот вот, сейчас, как сказать, вот этот уголок живой. Оно выглядит как будто как заброшенное, да? Заброшенное. Но мне он очень нравится, этот мой уголок. Кстати, разобрались. Это, оказывается, муж из-за того, что на крыше он переживал, что не будет попадать вода и ничего не будет расти. Поэтому он снял, признался. Вот. Думал, что у нас тут за хозяева были. Так. Скошенную траву мы бросали на грядки. Здесь вот немножко мы камыши подстригли. Розу немножко состригли. И вот траву надо еще раскидать по грядкам. Разровнять ее. Разобрались мы. Это я. Разобрались мы с цветами. А, вон там еще немножко осталось. И тут, ладно, они все засохнут, ничего страшного. Вот, теперь у нас цветочки аккуратненько растут. Ну и вот, уже я немножко тут убрала весь лук. И, короче, вот так вот засыпали все травой, чтобы было хорошо. Так, здесь тоже состригли все. Ну, не все, а так, чтобы не торчало. Правильно состригать будем потом. Весной, наверное, или осенью. Ну, в принципе, вот такая вот у нас сейчас красотулька. Красотулечка, красотулечка. В доме надо будет пропылесосить нам. Навести порядок. Вот так вот выглядит на данный момент наша дача.
Сегодня у нас 13 сентября. Все, друзья. Всем пока и до новых встреч.